Живые цветы у вечного огня и горельеф оскорбящей матери родине – еще один повод вспомнить героев Великой Отечественной войны. Победы советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое значение. Впервые непобедимый вермахт был остановлен и потерпел свое первое весомое поражение. Об этом должны знать не только взрослые, но и школьники, которые сегодня уже не имеют той возможности, которую имели мы с первоисточников, получать информацию. Мы сильны, пока мы все это помним, мы знаем. Память – это фундамент нашего государства. Так оно было, так есть, так будет всегда. Совершить первую и далеко не последнюю победу над немецко-фашистскими войсками помогли всеобщие усилия русского народа. В тылу на заводах производились танки, самолеты, боевые снаряды. Битва под Москвой сразу же приняла ожесточенный характер. Несмотря на сильные морозы и глубокий снежный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника. Мы должны знать и помнить каждого маршала, каждую историю, каждого солдата, каждого рядового. Потому что за ними истории, они делали эту победу. Год у нас юбилейный, 75 лет победы, и эта дата очень важна. Вспомнить о подвигах бойцов и почтить их память прибыли власти города, курсанты, члены военно-патриотических клубов Самары. На площади Славы собравшиеся возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери родине. Торжественная церемония завершилась минутой молчания. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.